Ухо не слышала, выходите сюда. Сначала с ушами. Давайте быстренько. Я услышала. Правда, сухо. Хорошо. Встаньте туда. Встаньте туда. Проблема с ушами. Проблема с ушами. Уши. Растягивайтесь. Уши. Так, нет, туда, дальше, туда. Туда. Хорошо. О, Богу. У вас, давайте так. Валя, иди сюда. Хорошо, поднимите руку. Хорошо. У кого вообще ухо не слышит? Есть такие люди? Есть. Нету, да? А. У Зинаиды. Я чуть-чуть слышит. Хорошо, чуть-чуть слышит. Давайте так. У кого проблема с одним ухом? Оно плохо слышит. Да. Хуже, чем другое. Да. Значит, давайте так. Закройте чича. Уже было. Закройте ваше больное ухо. Ну, проблемное ухо. Угу. Закройте его. Я сейчас говорю фразу. 5-6. Аллилуйя. Спасибо. Слава Богу. Аллилуйя. 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 Все. Закрывайте теперь здоровое ухо. Шесть, семь, восемь, девять. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Иисус. Спасибо. Благодарю тебя. Спасибо. Спасибо за то, что исцеляешь. Прямо сейчас глухое ухо становится чистым. Спасибо, спасибо. Ухо открывает. Открывает. Ухо открывает. Прямо сейчас. Уши открывает. Могущественным именем. Хорошо. Кто слышит шепот? Теперь смотрите, вы была разница в ушах. У кого выравнивать? То есть стало слышать ухо такое же, как другое во время шепота. А у вас разница есть? Есть еще, да? Да. Разница есть. У нас уже мы слышим. Вот. Да. Вот хорошо стало слышать. Аллилуйя. Когда начал шептать, моментально открылось ухо. А у вас было полностью глухое ухо? Еле-еле. А сейчас хорошо слышите. Хорошо, первое чудо произошло. Хорошо. Сейчас я буду касаться вам быстро. Дорогой Господь, я соглашаюсь. Одним касанием сила Божия будет производить освобождение и исцеление. Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Во имя Иисуса Христа. Ухо. Целево. Спасибо, Иисус. Присядь. Именем Иисуса Христа. Уши. Откройтесь. Именем Иисуса Христа. Уши. Открывается. Уши. Открывается. Именем Иисуса Христа. Уши. Исцеляется. Открывается. Именем Иисуса Христа уши исцеляет. Уши исцеляй. Именем Иисуса Христа уши исцеляй. Именем Иисуса Христа уши открывает. Уши. Открывает. О, что-то щелкнуло. Уши. Открывает. Уши. Открывает. Именем Иисуса Христа. Уши. Открывает. Иисус, спасибо. Благодарю тебя. Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Спасибо, Дух Святой. Хорошо.
Теперь закрываем плохое, ну, здоровое ухо закрываем, плотненько, сильно закрываем, сильно. Теперь я буду говорить цифры, а вы будете показывать пальцами. Хорошо? 5. Не смотри на них. 7. Вот, давайте так, в одной руке. 3. Закрывайте хорошо ухо, ну, здоровое. 3. 2. 4. У нас обозначились уже исцеленные люди. Выходим. В вашем ухе были проблемы, вы сказали, барабанная перепонка. Да, да. А что за проблема? А у меня ее там, по-моему, нет. А сейчас есть. Друзья, ваше ухо не было барабанной перепонки, и оно было глухое. Ну да, мне говорят, о, глухих привезли. Вы сейчас слышите? Дома издевались надо мной. Еще раз, закрывайте здоровое ухо плотно. Повторяйте за мной слова. 5. Плотно закрывайте. 10. 16. 16. 11. 11. 4. 4. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Барабанной перепонки не было у вас. А что ее не было? Что она слышит? Все время воспаление. Было. 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 А сейчас вы все хорошо слышите? Да. Сколько лет у вас проблема была? Ну, лет 15, наверное. Ой, подайте голову. Хорошо, так у нас обозначилось еще раз, давай. Хорошо. Ты слышишь хорошо, Чичат? Да. А что произошло во время этого момента? Вот так глухо стал было. Ну, как туман какой-то внутри меня. А сейчас все хорошо? Да. Подайте слава Богу. Аллилуйя. Сколько лет это было? Это у меня с училищем было, где-то 18, где-то вот так, 16, 18. Ну, много лет. А мы не знаем, сколько тебе сейчас. А тебе сколько? 16,5? Хорошо. Ну все, не будем возраст отдавать, хорошо. Присаживайтесь, слава Богу. Так, у нас еще кто определился? Здоровый. Кто? Да, вы, да? Так, у вас? У меня был рассеянный слух, вот знаете, как... Давайте так. Рассеянный слух. Да, вот как-то некоторые фразы я слышу, но не пойму, какие. Вот четко не обозначено. А сейчас хорошо слышите? Хорошо слышу. Вода не твоего Бога. Хорошо. У вас, да? Сейчас четко стало. Да, верно. Четко. Сколько времени вы плохо слышали? Давненько. Хорошо, когда мамонты еще были? Так, у вас, кого еще вы начали слушать? Хорошо. Стягиваемся немножко, стягиваемся. Стягиваемся. Чуть давай, назад чуть-чуть. Хорошо. Закрываем ухо, здоровое, опять. Плотно. Плотно, здоровое ухо. А? По ночам? И у меня боль в этом правом. Сказал, что у кого проблемы с ухом. То тебе надо, чтобы ночь была. Ночь. Боли не было. Ночь. Все. Ладно, иди, все нормально. Боли не было. А у тебя боль есть в ушах? У меня по ночам начали. Сейчас нет? Так сидела. Сейчас нет. Так и не будет. Все, все нормально, иди. Все, все хорошо. Хорошо. Так, давайте так, закрывайте здоровое ухо. Здоровое ухо. Здоровое ухо. Иисус, спасибо. Я благодарю тебя. Господь, прямо сейчас я высвобождаю твое присутствие, твою силу, благодать на исцеление ушей. Именем Иисуса Христа, глухой дух, прочь! 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь показывайте пальцами, сколько я буду говорить. Держите плотно. Пять. Два.
3. Хорошо, мы увидели, вы уже исцелились. Все четко слышно? Слышно. Боль была, сейчас не слышу боль. Аллилуйя, слава Богу, все, присаживайся. Так, Марина, ты тоже четко слышала уже, показывала. Все хорошо? Да. Все четко стало слышно? Да, я четко слышала. Аллилуйя, хорошо. Хорошо, так, вы, по-моему, хорошо, значит... Похоже, просто это не, порой не разберу, это ухо. Это уже лучше, гораздо лучше. А это порой не разберу, это надо будет то, что-то это... Ну, уже очень близко, да, хорошо, лучше. Слава Богу. Ребенок, так. Ребенок, ты хорошо все слышал? Да? Все, когда я шептал, все хорошо слышала, да? А ну иди сюда. Давай за мной повторяй цифры. Закрой здоровое ушко, здоровое, которое у тебя, которое не болело. Ты понял? Повторяй за мной. 7, 6, 1. Спасибо, Иисус. Молодец, все. Все хорошо. Все ухо. А кто мама? Да? Сколько времени проблема с ушом, с ухом была? Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Хорошо. Хорошо, друзья. Так. Еще раз закрываем здоровое ухо. Господь, спасибо, благодарю Тебя. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа полностью освобождается ухо. Полностью до конца. До конца. До конца. До конца. Свобода. Спасибо, Иисус. 5. Тамара, показывайте. Да. Что вы заснули. Хорошо. 2. 3. 1. Хорошо, слава Богу. Все, вы, у вас получится все. Вы, слава Богу, сколько времени у вас было проблема? 7 лет. Сейчас все четко слышно. Да, я слышу. Аллилуйя, вот дадите голосу. 7 лет было. Бога нет, еще молились, мы сепарат молились, сейчас до конца пошло. До конца, 6 лет. Угу. Хорошо, вы уже слышите, вы все показываете. Я шум звон просто. Шум пошел? Нет, постоянно звон, шум постоянно, шум и звон, круглые сутки постоянно сейчас. Слух улучшается, а шум и звон постоянно. Шум идет? Да, в ушах постоянно. Еще ничего идет? Да. Хорошо. А, хорошо, вы как? Звон идет сейчас. Ну, по-моему, тут не изменилось ничего. Я только услышала. Только услышали? Да. Хорошо, исцеление. У вас, Тамара, вы все слышали? Я слышу, да. Все хорошо у вас. Слава, хорошо. Да. Аллилуйя, слава Богу. Нет, хорошо. Аллилуйя. Дух Святой, спасибо. Благодарю тебя. Именем Иисуса Христа. Звон, шум уходит. До конца. До конца. Жизнь течет. Спасибо, Иисус. Дух немощи. Прочь! Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Именем Иисуса Христа освобождает. Прочь! Прочь! Иисус, спасибо. Свобода. 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 Туга ухать. Прочь! Иисус, спасибо. Звон есть в ушах? Нет, сейчас. Нету.
Аллилуйя. Слава Богу. Хорошо, слава Богу. Шум в ушах есть? Еще есть. Хорошо, вы как? Еще побаливает? Начало болеть во время молитвы? Дух Святой, спасибо, благодарю тебя. Свобода. 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 Оставь ее. Выходи из нее. Выходи из нее. Прочь. Оставляю демонический дух. И изгоняю тебя. Спасибо, Иисус, спасибо, Отец. Свобода, свобода. Огонь, 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 огонь. Огонь! 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 Огонь, выходи! Через дыхание! Кашель, выходи! Выходи! Именем Иисуса Христа! Вот! 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 Не имеет значения! Выходи из нее! Выходи, пошел вон из нее, выходи его. Ты не имеешь права быть там. Пошел прочь. Вот. 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 Изгоняем тебя. Именем Иисуса Христа. Изгоняем тебя. Изгоняем тебя. Прочь. Именем Иисуса Христа. Дух Святой, спасибо, благодарю тебя. Свобода. 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 Давай, бес, выходи в нее. Скажите, я отрекаюсь. От завета моего рода я отрекаюсь. Я от завета моего рода отрекаюсь. Я Иисуса. Я несу Иисуса. Как? Я имею родословную от Иисуса, а я не своего рода. От Иисуса, а не от Адама. Не от Адама. Я отрекаюсь от рода Адама. Я Иисуса дочь. Я Иисуса дочь. Сын Иисуса. Во имя Иисуса. Я говорю, что заветы разрушены. Кровью Иисуса Христа. На мне. Я свободна. Поэтому пошел вон из моей жизни. Из моего духа. И из моей судьбы. Аминь. Аминь. Хорошо. Боль ушла? Да. Ушла боль? Да, да. Хорошо стало? Да. Слава Богу. Слышите все? Они знают. Закрывайте здоровое ухо. Ну да. Тихо. Если там без сидим. Повторяйте за мной. 10. 25. 36. 6, по-моему. 36. 26. 41. 41. 28. Иисус, спасибо. Во имя Иисуса Христа исцеление. Свобода. 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 Как сейчас вы? Намного лучше. Шум ушел в ушах. Практически ушел. Хорошо, закрывайте ухо, которое... Повторяйте за мной. 10. 25. 16. 14. 11. 5. Аллилуйя. Аллилуйя. Все, слава Богу. Хорошо. Сколько времени у вас проблема с собой? Здесь 20 лет. Так что 27, а здесь больше 10 лет. 20 и 10 лет. Как сейчас вы слышите? Аллилуйя, отдайте слава Богу. Спасибо, благодарю тебя. Спасибо, Господь.